Да. Приглашаю вас на концерт Коржа 29.09 в Риге. Спасибо, Настенька, большое. Вот я, мне интересно. Идем. Мне Влад рассказывал про Коржа. Чего рассказывал? Думаешь, можно говорить или нет? Да. Ну, вроде в этом вообще ничего такого нет. Типа это, ну, не... Короче, Влад рассказывал, он когда... Давай, побудь на моем месте. Был челом, который что-то пиздец время, потом... Когда он был... Да не, в этом просто вообще абсолютно ничего такого нет. Со слов Влада. То, что он когда был в Беларуси, то, что кто-то то ли менеджер, то ли, не знаю, организатор, или кто-то связанный с Коржом, передал так. То, что команда Коржана смотрит, и типа, Макс сам респектует, нам пиздец. Серьезно? Да, на полном серьезе. Он типа, у него там должен был состояться, был концерт в Москве какой-то на стадионе, он типа, что-то не договорились, ну, у него там свои приколы, и он типа нас хотел позвать. На туре Макс Корж нас знает? Да, да, и вот то, что и Влад передавал, то, что как раз-таки касательно Риги, то, что нас ждут. Нихуя! То, что Макс респектует. Доброй ночи. Не знаю, надеюсь, это правда. А то сейчас... Ну, это вообще... Я когда прям понял, когда я услышал, я прям прихуел. То есть вот, когда кто-то говорит там иногда какие-то личности, вот для меня Корж — это пиздец. Там личности там ебануть. Ты чё за тип? Ты себя просто лоху... Ну, ты... Я относительно его, типа, я просто глист какой-то, понял? Чел, такие стадионы собирает, это вообще пиздец. Не, Макс Корж, для меня он просто лего. Не моя музыка, но как я ебашал на имках Коржа? Под Амстердам? Просто пиздец. Ну, еще охуенно то, что он электронщину в свое время продвигал и продвигает. У него... Ему писали... Привет. Передайте, пожалуйста, привет, типа, Лёше, корешу, Илье и Ксилу.